Ты знаешь, что там произошло, да? Ты знаешь, но не хочешь мне сказать? Скорее бы Роуз вернулась. Кайра, мне надо тебе кое-что сказать. Насчет Алисы. Не сейчас, Лютер. Мы не хотим доставлять вам неприятностей. Мы очень скоро уйдем. Полиция! Это полиция! Что нам делать? Они знают, что мы дома. Надо открывать! Я знал, что этим кончится. Я же знал. Скорее, Лютер, уведи Алису и спрячь. Наверху. Идем, Алиса. Успокойся, и тогда все будет хорошо. Добрый вечер, мэм. Извините за беспокойство. Нам тут поступили сообщения о неких андроидах. На фоне всей этой истории с девиантами, сами понимаете. Разрешите с вами поговорить. Можно войти? А, конечно. Спасибо. Добрый вечер, юноша. Добрый вечер. Может, чашку кофе? С удовольствием. У вас тут ничего необычного не происходило? Никаких незваных гостей? Нет. Нет ничего особенного. Она наверху спит. А у вас есть андроиды? Нет, тут нет никаких андроидов. Спасибо.
Кажется, ваша дочка проснулась. Как тебя звать, сынок? Адам. Меня зовут Адам. Все в порядке, Адам? Эти андроиды, они... Он так устал. Весь день сегодня работал в саду. Вы что-нибудь знаете о девиантах? Видели таких? Нет. Нет. Я ничего не видел. Пойду я. Спасибо за кофе. Хорошего вечера. В доме еще кто-то есть? Сквозняк. Это сквозняк. Я, наверное, окно забыла закрыть. Извините за беспокойство. Приятного вечера. Пока, Адам. Уехал. Не бойся, Алиса. Все будет хорошо. Это Роуз. Вы приготовьтесь. Уходим сегодня.